Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 631. В саду растет 56 деревьев. Из них 14 деревьев составляют яблони, а остальные деревья – груши. Какую часть от количества груш составляет количество яблонь? Итак, нам известно, что всего 56 деревьев, 14 из них – яблони, остальные – груши. Поэтому мы можем найти, какое количество груш в саду от всех деревьев, от 56. Вычитаем количество яблонь, 14, и получаем 42 дерева. Это яблони. Чтобы ответить на вопрос задачи, какую часть яблони составляют от количества груш, вспомним с вами свойства отношений. Отношение чисел а и б показывает, во сколько раз число а больше числа б или какую часть число а составляет от числа б. Итак, чтобы узнать, какую часть составляют яблони от груш, нужно количество яблонь разделить на количество груш. Количество яблонь у нас 14, количество груш у нас 42. Найдем это отношение и узнаем, какую часть количества яблонь составляет от количества груш. Запишем с вами это отношение в виде дроби 14/42 и сократим эту дробь на 14. В числителе 14 делим на 14 – 1, а в знаменателе 42 делим на 14 – это 3. Получаем 1/3 часть составляют яблони от груш. Все, мы готовы записать ответ. Нас спрашивают, какую часть от количества груш составляет количество яблонь. 1/3 часть составляют. 1/3 часть от количества груш составляют количество яблонь. Запишем ответ. Все, мы справились с вами с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, то оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.